Так, 25 мая 2021 год, Харьков, 21.08 по Киеву, в Харькове. Очень быстро и коротко покажу Меркурий, пока он не спрятался за деревья. А потом перейдем к нашей красотке Луне, которая как раз встает над горизонтом, а не опускается, в отличие от Меркурия, за него. И уделим внимание ей. Но редкий гость Меркурий должен быть зафиксирован. Так, это дубль второй. Сейчас. Резкость играю с резкостью. Все, вот это движение Меркурия по экрану, это его скорость. Движение по небосводу. Сейчас, а что ж такое? Это все еще я. Все. А сейчас не я. Вот это так быстро вращается Земля, и Меркурий ныряет за горизонт. В данном случае уже не за горизонт, а за ветки деревьев. Все. Попрощались с Меркурием. Сорока меня услышала. Точно услышала. И пошли к Луне. Может, тут у нас будет где развернуться. Так, сейчас выдержку поменяем. Так, в первом дубле озвучиваю вторично. До Луны сейчас 356 тысяч километров. Завтра Луна. Ну, в общем, завтра суперлуния, так называемая. Луна будет находиться на ближайшем расстоянии от Земли по своей орбите. И она будет полностью освещена Солнцем. То есть она будет находиться на одной линии с Землей относительно Солнца. Как правильно сделали мне замечание в одном комментарии. Если бы Луна находилась на одной линии Солнца, с Землей от Солнца, было бы лунное затмение. Так вот, завтра оно будет. Если вам повезло жить в Австралии, вы его даже увидите. Ну или не повезло. Это божественно. Это божественный кусочек камня. Не верю ни в каких богов и божеств. Но, елки-палки, как может глыба огромная у тебя над башкой такое очарование иметь? Ну, это что-то с психикой. Уже, наверное, отдельно взятого меня умиляться. Огромные глыбы камня, испещренные ударами других камней, врезавшихся. О, кратер
Платон. Так, через 30 минут будет пролетать МКС. Он будет пролетать замечательно в одном угловом градусе на небосводе относительно Марса. Пролетит между Геркулесом и Аполлоном. Расстояние между ними двумя звездочками. Небо, конечно, не абсолютно чистое, но спасибо и на том. О, вот она резкость. Какая красивая луна. Да, сейчас я, наверное, этот дубль закончу и перемещусь на какую-то локацию, где будет нам виден Марс. И посмотрим мы, как относительно Бога войны будет перемещаться. Так, сейчас я, наверное, дам Луне в максимальном увеличении. Сразу. Упомяну frequently asked question. Это не телескоп, никаких линз нет, никаких сменных объективов. Фотоаппарат на треноге, на штативе. Nikon Coolpix 5000. Никаких других приспособлений нет. Ультразум. Несменный объектив. Ну, резкости лучше вряд ли получится получить. Тавтология, да? Получится получить. Но руки чешутся просто попробовать порезче сделать. Прямо руки чешутся, оскомину набить. Так. Кому-нибудь. В зените, конечно, луна гораздо лучше видна, даже не смотря, когда облачность большая. Ну, то есть туманная дымка. Сейчас совсем низко над горизонтом луна, и мы просто вдоль земли смотрим, вдоль всех наших харьковских смогов. Загрязнений и пылевых бурь. Да, давненько я не снимал Луну, в смысле. Веладин-то снимал позавчера, а вот Луну. Линия терминатора совсем уже на краешке стула. Хорошо. Подождем еще для одного дубля или нескольких дублей. Луна будет повыше. Небо, надеюсь, будет почище хотя бы благодаря этому. Это у нас Салтовское трамвайное депо. Аудиосопровождение дает. Так, поехали. Финишируем этот дубль, так длинный, 21.18 по Киеву, в Харькове, 25 мая 2021 год. Ждем МКС.